Очень красивая набережная. Очень красиво, очень сделано красиво все. Мне прямо нравится. Папа, говорят, ёшкины кошки где-то на небе. Ёшки-матрёшки, ни одного китайского сувенира. Ручная работа, местные мастера. Все можно потрогать и даже попробовать. Сувенирный дворик ёшки-матрёшки. Крафтовые сувениры и мишкаралы. Заходи, точно найдешь необычный сувенир без возрастных ограничений. Уху, такой из утки. Видно, нет этих уток тут. Три. Я в этом маленьком экранчике мало чего вижу. Три. Кряква. Жаба как будто хочет полезть. Ага. Мало чего хочешь. Смотри, плывет. Да. Пойдем? Два. Пойдем? Спросим. А помнишь, я на круге, когда мы с тобой ходили на речку, я на круге... Решили чуть-чуть поплавать. Да. Да, Никуля? Мама, мы решили чуть-чуть поплавать. Ника, ну-ка давай. Папа, а что там написано, прочитаешь? Сейчас прочитаю. Thank you.
Да, тут рисунки различные. Ручка. Тут третья. Тут три монстрики. Ага. Ничего руками не трогай, Вероника. Ну нельзя. Видишь, тут автограф. 100% тут есть Сыктывкар. Есть ручка? Только не пиши там фамилии. Нет, это число напиши. Да, костюмы тут ихние. Все, давай, молодец, пойдем. Ну пошли, пойдем, Вероник, пойдем. Ну там ждут ведь тебя вон. Молодец, все.
Лагерь.